Ой, хорош раг у нас так. Отлично. На нем у меня круче есть. Блять, ой, ты ебанутая мразь. Начинает серию с Дошу, так я понял. Вопросов больше нет. Можешь не продолжать. Внутренние ворота пали. Убейте правителя. Пор, подержишься? Держусь. Хорош. Хрена, он хитрец. Вот это он замутил сейчас. Давай, давай, как отковали отсюда. Боже мой. Я кидаю чего ГБ, не достаю. Сейчас стрелять начнут. Не начнут. Они там что, гонят что ли? Остановки сюда идут. Вылези под блесну. Да, но вряд ли получится. Че, не издевается что ли? Сколько еще приходить? Все, Ароти ушел. Вы дурные. Я подрагиваю просто. А, не дало второму приору щиты, собака полон. А, не, подожди, дало. Thank you.
Победа! Как мы тут с Приором разматывали, надо ловить. Просто кнопки не нажимаются. Вы захватили зону C. Как же чел предиктит, боже мой. Чего настолько рано начал дождь баш? Потому что у меня рука отбаунтилась от его баш. Ой, ништяк. Ой, тебе еще помощь идет. Сейчас еще карандаши пущу. Давай, вот карандаши сейчас будут вообще их носить. Зашибись. Не, ну карандаши это имба просто. Сам себя взорвал. Сейчас я тогда посижу. Можно карандаши кидать. А вот сейчас, сейчас. Ваши бойцы сломлены. Зашибись. Хорош. Оп, попался кабанчик. А, ну ништяк на горце, да. Офигенная поза. У тебя сколько? Чего, один? Пожалуй, прибегу. Мы тут с ним ходим. Не теряйте просто. Нет, он не нападает. Че это было, вообще не понял. Чел крутой. Давай за дефлекцию. Хорошо. О, Рохлик с маслем. Ё-моё, Берс. Давно я не видел бота Рохлика с маслем. Собака. Рохлик с маслем. Да куда ты кидаешь-то? Ой, ладно. Ну, это играем. Что я сделал?
Думаешь, я не пытался? Он реактит лайты, просто можешь ему хейтить. Ну да, не спорилось. Ну, я говорю, он реактит лайты и... Я понял. Ну это было на грани. Победа! Собака. Рохлик с маслом. С маслом. Как будто, знаешь, рогалик с маслом. Написали так. Рохлик с маслом. Значит. Вот это. Я вот тут замес был. Ну лайки хрен. Победа! Я его спаймал башню, зачем тогда делал? Мой баш делал напрыжку постоянно. Ну типа, а если ты вперед на ГБ его хочешь развести, он может тебе просто всунуть. Так он просто так и делал. Да, ну тогда я не знаю. У него просто делал башлайтов.